Всех приветствую на прохождение второй части игрушки сообщества. Так, в прошлой серии мы остановились на том, что нам нужно было сделать с вами 4 штуки вот таких вот настилов. Ага, я не могу из-за того, что у нас не хватает древесины, правильно я понимаю? Вот такой вот. Давайте сейчас доделаем. Наверное, соточку можно будет. Дерева, конечно, у нас вроде много, больше 1000, но тоже не хотелось бы тратить его понапрасному. Так, тоже нет, потому что. Неужели мало? Ну, а если вот так? Да, нормально. Еще 2 штуки нужно будет сейчас сделать, и потом нужно будет заняться мостом на ту сторону. Так, отлично. Отлично, отлично. И вот сюда. Так, есть. Забрать 3 штуки. Так. Ага, почему не могу? Потому что опять не хватает, наверное, вот тебя, да? Да. Шикарная. Интересно, можно ли будет продавать потом вот эти вот бруски, чтобы они лишние у нас тут в карманах не лежали? Или нельзя будет? И что там по поводу еды? Вот это я единственное не могу понять, могут ли... Есть, задание выполнено. Отлично, давай посмотрим. Да, задание мы выполнили. 100 картох есть, а вот консервы... Так, робот-садовник, небольшая ферма, ага, даже робот-садовник у нас с вами будет. Так, для чего тебе эти настилы? Они могут служить фундаментом домов, которые мы можем построить. По разным причинам многих людей сейчас выселяют, и некоторые из них оказываются здесь, и мы можем построить им дома. Да, но мы не знаем, как. Вот настил для пола и... Стеновые панели, которые мы сделали. Может, ты придумаешь, как их соединить? И вот чертеж, по которому... Ага, когда-нибудь строил, да? Домик на дереве считается, наверное. Давай начнем с прототипа модели, которая будет использовать в дальнейшем. Может, сделать маленькую комнатку для начала. Хорошо, я пытаюсь что-нибудь сделать. Твоя попытка может принести больше, чем все наши старания для этого. Угу, отлично. Так, знаете, что я хочу? Я хочу убрать все лишнее в ящики. Все лишнее в ящики хочу убрать. Это чертежи, которые мне пока не нужны. Стол мне пока не нужен. Стул мне тоже пока не нужен. И... Так, погоди, а ты у нас... Так, а почему я не могу тебя убрать? Могу, да? Нужно будет потом сделать, наверное, ящик для себя отдельный. Я хочу заняться сейчас, во-первых, где мы с вами это будем устанавливать. Блин, а давай, может, на той стороне сделаем им дома, а сейчас попробуем сначала заняться с вами мостом. Так, секция для моста, перила, да, и секция для моста. А это у нас, получается, идет боковая стенка. Хорошо. Давай смотреть, где мы можем с вами установить это все. Либо мне его нужно сначала собрать, а потом уже устанавливать, как думаете? Возможно, мне нужно его сначала собрать, правильно? А потом как-то... установить либо что. Так, это пол. Угу. Вот это я думаю, стоит ли сейчас его собирать.
Так, что для тебя нужно? Построить с перилами. А насколько большой? Я таки извиняюсь. И что для тебя нужно? Что тебе не хватает? Достаточно материалов. Каких именно? Хорошо, давай попробуем сделать сотку. И может здесь мне нужны просто большие бруски? Вот такого плана, как думаете? Пару штучек давайте сделаем. Может получится. Угу, перила. Да, походу нужны большие, да, бруски? Давайте еще туда наделаем. Я просто не знаю, какое количество нам нужно. Главное не переборщить. Не, не то. Угу. Окей, давай еще сделаем. Сотку будем делать. Материал для строительства дерева. Угу. Ну, давай делаем этого и делаем того. Мало ли, может пригодится. Так, давай вот сюда. Давай маленьких наделаем. Для перекрытия. И тебя тоже давай сюда. Просто если бы нам еще писалось бы, что конкретно нам нужно. Вот, не хватает. Почему не хватает? Почему не хватает? Что не так? Что ты от меня хочешь? Нет, это явно не здесь. Гипсокартон. Нет, не то. Угу, давай таких еще штук наделаем. Может просто мало? 100 штучек, можно больше, наверное. Давай делаем вот сюда. И смотрим. Блин, гребаные перила есть только, да? Почему я не могу тебя сделать? Что мне не хватает конкретно? Катрин, какой древесины. Может, от этой вот маленькой? Сотка. Хорошо, давай попробуем сделать перила. А потом уже заняться со всем остальным. Либо я не знаю. Есть, отлично. Так, собрать, да? Давай две штуки сделаем. Это не то, это не то. Угу, у нас с тобой... Ладно, давай еще одну делать. Честно, ребят, без понятия, тут подсказки как таковых нету, и я не уверен, что я вообще правильно поступаю. Ну, будем пробовать, правильно? Есть, отлично. Забрать. Хорошо. Это у нас с вами есть. А вот этого вот нету. Построй секцию моста. Недостаточно материалов. Каких именно? Просто напишите мне, каких именно материалов. Блин, вот там. Чертежи. Две штуки есть. Секция моста. Ага. Ага. А тебя нужно построить из чего? 200 панелей. Понял. 200 панелей. Хорошо. Уберись, пожалуйста.
Окей, ага, мы спать хотим, ладно. Ну, хотя бы до меня дошло, что нужно делать, да? Давай ляжем, поспим. Ляжем, поспим, и тогда мы с вами продолжим строить наш мост. По-тупому как-то все сделано, не знаю, мне не нравится. Хотелось бы, чтобы чуточку по-другому было, чтобы мы сразу с вами чертежи, к примеру, выставили, а дальше уже начинали этим заниматься. Так, картоха есть. Блин, пока мест ничего сажать, наверное, мы не будем. Не знаю, посмотрим, будут ли они есть вообще эту еду, либо не будут, либо мы этим занимаемся зря, и они просто уедут от нас. Так, отлично, отлично. Давай смотреть, мне нужно было не туда, вот сюда. Все, вот таким вот образом. Теперь делаем тебя. Так, что нужно? А, это типа и все? Нет, не все. Есть, отлично. Что нужно? Ага, вот таким вот образом. Раз. Есть, создали, да? Хорошо, теперь мы сможем, значит, с вами сделать вот эту вот штуку. И надеюсь, нам одного моста хватит, и не нужно будет делать еще. Так, отлично. Угу. Куда дальше вести? Тихо, 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 тихо. Что не так? Я что-то делаю явно не так, да? Так, нет, не туда нажать. Да твою ж. Так, отменить. Ладно, давай заново. Угу, вот еще доски. Эти штуки не знаю, как отменить. Надеюсь, когда мы сейчас это установим, они исчезнут. Они не исчезают, да? Смотри. Прикольненько. Игра, пожалуйста. Сделай так, чтобы я тебя не удалил сейчас после этой записи. Давай нормально общаться. Вот тут что-то нужно. Нет, не то. Может, у меня оно... Так, давай бруски поубираем. Это мы поубираем. Это нам пока мест не нужно. Нужен настил, да? И перила, я правильно понимаю? Есть. Есть, есть. Хорошо, собрали. А вот эту штуку как отменить теперь? Кто мне скажет? Так, а как тебя собрать? Как тебя собрать, скажи мне, пожалуйста. Все, мост я сделал, куда его? Блин, отстань. Все, 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 все. Вот эту вот штуку, как мне отменить? Так, собрать, собрать, собрать. И здесь тоже мне нужно собрать. Либо я смогу потом здесь строить. Да, смогу. Короче, хер поймешь. Эти здесь еще в столах застревают, понимаешь, никакой радости, стоят и смотрят. Так, первая секция моста готова. Конечно, работы нам предстоит немало, это точно. Но начало положено, я тут поговорил с остальными, нам просто необходимо перебраться на ту сторону, выяснить, что там. Тогда не будем медлить. Ага, начали строить, все, шикарно. Так, Ники, что ты рассчитываешь найти на другой стороне? Я уже плохо понимаю, что там. П
Погоди, я уже плохо понимаю, но там должен быть садик. Мне нравилось в нем играть, а мама наблюдала за мной из окна административного крыла. Надеюсь, ты не разочаруешься, когда найдешь его. Я тоже на это надеюсь. Все, мы мост построили. Ну, где мы на мосте? Алло? Ля, нас кинули. У нас мостика нету. Да, нас кинули. Угу. И я таки извиняюсь, а где... Где хрёбаный мост? Так, слышь, Алкот. Да, работать в компании друзей всегда приятно. Можно начать собирать мост. Только надо сначала убрать все вокруг крана. Хорошо. Спасибо, что помог. Воспользуйся чертежом моста. Новое задание. Строительство моста, да? А ты не сильно ли большой? Парниша. Ля, он даже не помещается. Ага, помещается. Бум, есть. Есть. Собрать. Вот эти вот кубики меня муляют, как их забрать. Серьезно, вот мне хочется из этого удалить игру. Я человек, говорится, простой. Вижу, когда что-то идет не по моему плану, удаляю просто сразу игру. Все, мы создали. Так, ага, и что? Магазин. Нет, не то. И как мне... Как мне, куда мне? Все, есть мост. Давай строить. Погоди, погоди, погоди. Кто мне поможет мост построить, как вы думаете? Иди-ка ты сюда. Нет, не то. Так, у тебя есть идеи, есть идеи, есть икеи. Чем я тебе могу помочь? Что у тебя на уме? Попрощаться. А кто мне будет мост помогать строить? Или мне нужно его сюда поставить и краном поднять, как думаете? И, наверное, краном нужно будет его поднять, да? Правильно я понимаю? Но если нет, то я тогда хер его знает. Давай кран сюда пониже и... И нужно будет эти чертежи потом выложить куда-то, чтобы они нам не мешали. Ну правильно, мы сейчас подвигаем сюда кран, поднимаем мост и переносим его на другую сторону. Да. Отлично. Ну? Да, ребят, строится. Хорошо. Отлично, значит, можно будет заняться чем-то другим сейчас. Интересно, что на той стороне? Угу, тут даже два моста. Интересно, можно ли будет сделать из него... Бетонный, либо железный, либо чисто у нас деревянный будет. Так. Отлично, мы с вами справились, да? Это мы можем собрать. Гребаные кубики. Так, что нужно? На Ашку нажать, да? Посмотреть, где наш... Ашка, Ашка, Ашка. Так, на заводе можно встретить... Ага, а если что-то присняться к твоей... Понял.
Некоторые виды техники автоматизированные. Это значит, что для работы ей нужен... Ага, оператор, хорошо, шкала есть, отлично. Давай смотреть, что у нас здесь находится. Обломки, обломки, мне нужна лопата, да? Не? Ага. Не могу расчистить. Ау, здорово. Так, началось. Что началось? А я ведь их предупреждал. Да, чем вы? Ты оказался здесь не случайно, скоро и другие потянутся. Система больше не работает, люди алчные, все вот-вот рухнет. Я уже давно об этом говорю, никто меня не слушает. Вы ведь занимаетесь овощами, выращиваете разные культуры. Семена вот. Решение. Нефтью ведь не прокормись, а когда ничего не останется, семена станут спасением. А у вас для нас, для меня семян не найдется? Конечно, бери. Пока цена не подскочила, скоро у нее будут на вес золота. Для 30 баксов у нас есть консервочки, да? А у нас сколько с вами денежек? Кто посмотрит продать? Я могу тебе что-то продать? Настил для пола, дерево, дерево, бруски. А давай вот эти вот штуки. Ага, то есть ты не хочешь покупать, да? А листья? Тоже нет, мусор. Бензин? Бензин хочешь? Нет, бензин мне самому нужен. А дерево ты не хочешь брать, да? Хорошо. Морковка, чеснок, генератор. Специи. Блин, ну давай, наверное... Ага, сможем купить только 3 еды. Ладно, семена, почем ты продаешь? По 5 баксов. Отлично. Давай купим морковки. Давай купим чесночку, кукурузку, лук, приправы, кухонный утвар, вино. Что это? Мясо. 15 баксов. Давай мясо купим. И купим такую вот еду. Все, денежек у меня пока есть больше. Нету. Хорошо. Нужно будет это все потом расчистить. Давай нажмем сортировать. Побежали, положим мясо. Для наших. И нужно будет заняться домом. Блин, как же ж меня мулят эти кубики. Честно, вот не поверите. Вот просто хочется взять и головой об стену биться из-за этого. Так, что я хотел? Я хотел... положить сюда 119 картохи. Так, отходы это не то. Давай сюда. И где наше мясо? Вот, можете жарить себе мясо. Что мне нужно? Мне нужно построить, во-первых, им дом. Во-вторых, сходить к своему психиатру. И поговорить по поводу этого всего. То, что она меня расстраивает. А в-третьих, посмотреть какой-то ящик. Я не знаю, чтобы мы могли... Ага. Спать, да, хочешь? Давай поспать. Чтобы мы могли с вами туда убирать эти какие чертежи. Потому что они мне мешают. Они нам уже не нужны. Мост мы уже сделали, правильно? А второй, я думаю, нам не нужен будет. Так, доход 0. Хорошо. Все, не лагай, пожалуйста. Давай убирать чертеж сюда. Перила... Это секция моста. Секция моста с перилами. Мост, чертеж. Мост. Это нам надо, это надо. А я могу продать тебе мост, слышь? Магазин, продать. Нет, ты не хочешь, да, мне его покупать? А почему? А листья купишь? Нет, ты не листья не купишь. Блин, ну и зачем оно мне? И зачем оно мне надо, правильно? Я думаю, что оно мне не надо. Так, что мне нужно? Мне нужно... Настил, настил. Сейчас, пойдите, дайте сообразить.
Дайте сообразить, что мне нужно. Мне нужно, наверное, сделать домик, да? Для наших людей. Так, где мы его с вами поставим? Давай, наверное, вот сюда. И давай смотреть. Угу. Чего тебе не хватает? Чего тебе не хватает? Не хватает тебе... Вот такую древесину. 18.36. Какая-то у нас... Вот такая вот, да? Хорошо. Что тебе, удобно? Братюня. Все хорошо. Тебя ничего не смущает? Так. Ага, нам балка нужна, погоди. Не то начал делать. Блин, а где мне еще дерево взять, как думаете? Все, отлично. Могу сделать? Да, могу. Давай создавать, создавать, создавать. Ну? Ну, пожалуйста, не расстраивай меня. Наконец-то. Так, что еще нужно? Угу. Вот таким вот образом. Хорошо. Собрать. Мне нужно построить, либо... Может, с этой стороны? Просто что-то как-то она неравномерно идет, вы видите? Видите, маленький кусочек? Маленький кусочек, а почему? Так. Почему оно неровно? Или оно так и должно быть? Так, игра. Не муляй меня, пожалуйста. Ага, вот таким вот образом, да? Отлично. И сколько мне нужно этого сделать? Чтобы вы понимали. Так, текущие задачи завершены, да? Нужно построить. И сколько мне таких нужно делать штук? Я так понимаю, 4. Я могу сделать крышу. Нет, не могу. Тогда что от меня хотят? Блин, игра, бесишь? Серьезно, я хочу понять, что ты от меня хочешь, в каком количестве. 87, хорошо. Так, отойди, пожалуйста. Может, нужно побегать там, пособирать всякий материал, который там есть, как думаете, а потом уже заниматься этим домиком. Хотя тоже это получается не домик, а хрень какая-то с тремя стенами, да? И таких вот нужна штучек. Сейчас наделаем, потом нужно будет морковку посадить. Хотя у нас всего по одной штучке всего, да? Морковки, чеснока. А тебя еще и чинить потом нужно будет. Угу. Так, все. Я думаю, нам хватит этого всего. Давай смотреть. Ну, как минимум, 3 стены, а дверку мне сделать, я не знаю, даст ли возможность игра. И крышу нужно же будет сделать, правильно же? Блин. Вот, вот так вот, отлично. Зашили, хорошо. Собрать. Найдем, поговорим с ней, с этой подругой, блондинкой, которая нам дала задачу эту. Что ты, как ты? Так, мне кажется, нам нужны разные машины и станки, если мы хотим привести это место в порядок. Станок пригодится, вот это я и говорю. Угу.
Хочешь научиться строить машину? Безобидно, я думаю, тебе командовать. Хорошо, научи меня всему, что умеешь. Хорошо. Мне нужно сделать инженерский верстак. С ним мы другое оборудование будем делать. Хорошо. А где он находится у нас? Дай пройти. Вот это вот, да. Что тебе нужно? Сварочное оборудование, инструмент по металлу, доска. Готовые стальные трубы. Блин, а у меня денежек на этого всего нету. Ладно, давай попробуем сначала закончить с тем, что у нас с вами есть. Как думаете, вот так вот поставить? И сюда еще одну стенку, да? Блин, ну это не домики, это будка какая-то получается. Ну ладно, мне попросили ж сделать. Хотя, может быть, как думаешь, можно будет сделать вот таким вот образом. То есть соединить это все. Сейчас, погоди. Вот таким вот. Ну, типа, сделать вот такой вот длинный домик. Либо нет. Либо это бред. Как мне эту штуку убрать? Падла, бесишь меня. Удалю тебя. Я просто не уверен. Ну, то есть, на одного человека делать одну будку, ну, это как минимум глупо, правильно? Давай посмотрим по поводу изучения. Может, здесь что-нибудь появилось новое? Хотя, я думаю, навряд ли, да? Искусство. Заготовки. Нет, не вижу ничего нового. Ничего нового не вижу. Ладно, давайте попробуем сделать еще одну стеночку. Чего не хватает? Дерево, да, наверное? Хотя, по идее, должно дерева хватать. Ну, чего тебе? Чего тебе не хватает, скажи, пожалуйста? Где ты? 36. 26, ладно. Да. Так, все, отлично. Мы это даем. Мое, мы это сделали. Давай еще одну стеночку и все. И забрать. Бесишь меня, игра? Есть. Шо не так? Все, у меня закончились бруски или что? Божечки ты мой. У меня сейчас бомбанет. Не люблю, когда происходят вот такие вот штуки. Все, я могу тебя достроить, либо не могу. Пожалуйста. Выйти в главное меню. Нет, не то. Вот, хорошо. И все. И на этом оно поломалось. Падла. Забрать, забрать. Мне стенка нужна. Вот. Дай мне стенку. И... А дальше почему ты не хочешь? Ну, у меня же вроде есть куски. Вот, смотри. 90, 62, 112. Что не так? Что тебя здесь? Что тебя смущает? Скажи мне, пожалуйста. Не, наверное, это будет последняя серия, не знаю. Смотрите сами, захотите, скачайте эту игру, посмотрите, установите и будете сами разбираться. У меня нервы не выдерживает. Так, отменить. Все.
Давай посмотрим, что здесь находится. Мало ли, может, что-нибудь интересное. И буду я заканчивать. Ага, здесь водичка. Здесь еда у него. Блин, можно было, конечно, забрать еду, но не хочется портить с ними отношения. Здесь тоже всякий хлам, да? Брать, собрать. Так, марш, чертеж получен. Что это такое? Давай посмотрим. Блин, а я не посмотрю, да? Хорошо. Сейчас мы все пособираем. Посмотрим, что там за чертеж. Так, собрать компьютер. Брать, отлично, отлично, отлично. Может, это новый домик будет для нас, как думаете? Так, есть. Перепрыгнуть, к сожалению, я не могу. Здесь тоже не могу. Грязь, резина, резина, грязь, мусор. Брать. Так, видимо, вы и есть другие. Полагаю, тебе уже встретится кто-то из наших. Зачем вам респираторы? Я тут видела вашего друга, он сказал спросить у вас. Так, это респираторы тех бедолаг, которые здесь раньше работали. Так мы выражаем свою солидарность. Мы? Да, мы. Мирмикологи. Ты видела, что стало с... А, я спадки хочу. С несчастными, которые тут рядом жили. После закрытия завода эти стервятники сразу на них набросили. Стервятники? Да, ком ты? Не строй себе дурочку, ты все прекрасно поняла. Ты осталась без дома, как и все здесь. И ты не последняя, с кем это приключилось. Так больше продолжаться не может. Ну да, согласен. А, я это не могу взять, потому что мы хотим басички. Давай смотреть. Блин, а есть уже готовая конструкция, ля. И то есть мы можем с вами установить ее, да? Вот сюда, вот так, таким вот образом. Нет, не могу, потому что мне чего-то опять не хватает. Ладно, идем, наверное, ложиться спадки. На этом заканчиваем. Я думаю, будет чисто две серии. Не знаю, мне игра не зашла. А если мне игра не зашла, то мне больше строить как-то неинтересно. Ну, вы сами видите. Вообще, что-то не то. Игру либо не доработали, либо она еще как таковая в раннем доступе, либо я, честно, без понятия. Я, честно, без понятия. Что не так с этой игрушкой. Ну вот, смотри, и все. А дальше бросок 4 на 4. Давай посмотрим, давай отменим, посмотрим, сколько у меня бросок 4 на 4. Бросок 4 на 4, 91. Как думаете, мне не хватит, да, тут 91, чтобы построить балку вверх или что? Все, на этом все закончилось. Так, ладно, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Удаляю эту игрушку. Реально дальше нет вообще никакого желания в нее играть. Будет две серии. Может, вам она зайдет, и вы сами скачаете и разберетесь, как тут еще, и вам будет это интересно. Но мне оказалось, что нет. Так что все, всем пока-пока, да потом, и пойду что-нибудь другое лучше поищем.